Ajanulambita bhujau kanaka bodato Shankirtanoi kapitaro kamala yutaksho Vishambaru vijabaru jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin ca muktin ca tada sinitam Bhavanurupe na sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamanango madha paharam Varanasi purapati bhajavi shanatam Vagisha jusha badane Lakshmi jasya cha bhakshasi Jasyaste hidaya sambhid Tvam nishingabham bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yatha yatha atma parimijyate asu mat punya gatha savano vidhani tatha tatha pashyati vastu suksham chakshusaiva yatha anjana samprajuktam. Yatha yatha atma parimijyate asu mat punya gatha savano vidhani tatha tatha pashyati vastu suksham chakshusaiva yatha anjana samprajuktam. Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Парамахамса Джагадгуру сказал, что если мы потеряем всю жизнь в том, чтобы бороться с анатхами, то когда мы почувствуем вдохновение для артхи, когда мы почувствуем вдохновение к чему-то большему, Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, если мы потратим всю жизнь, или даже жизни, жизнь за жизнью, чтобы бороться с анартхами, с майей, то когда же мы сможем начать Харибаджан? И в этом главный вопрос. Поскольку когда анартхи у нас есть, в этом случае мы не можем совершать Харибаджан. Харибаджан не может даже начаться. Когда я полон анартх, и это невозможно начать Харибаджан. Это невозможно с огромным количеством анартх. И вот в соответствии с тем, в соответствии с тем, насколько мы удалим анартхи из нашего сердца, в соответствии с этим мы можем развить вдохновение слушать Харикатху. Или наоборот, можно сказать, чем больше вы чувствуете вдохновение к слушанию Харикатхи, тем проще избавиться от анартхи. Это научное такое объяснение, данное в шастрах. В Бхагаватам, в первой части, мы можем такие шлоки найти. Ношто прайешу абхардешу нитям бхагавата севая.
И вот мы должны помнить, Нашто праешу абхадрешу нитьям бхагавату севая бхагавати уттам слоке бхактир бхавати нашти. Тада раджастама бхава кама лобха даяшчарье чето энвай этвайр анавидьям ситьям сатте прасидати. Nobody think about that. Никто не думает об этом. Шрила Бхактивинода Такура говорит так много вещей, что мы не уделяем внимания, как избавиться от оскорблений. Как избегать оскорблений, поэтому проблема в этом, так или иначе. Сегодня день Гундича Марджана. И так или иначе. Если мы можем очистить, свое сердце, если мы сможем очистить свое сердце слушанием Харикатхи, совершением Санкиртаны, то, что сказал Махапрабху. Шри Кришна Санкиртан, через Шри Кришна Санкиртан мы можем очистить свое сердце. И проблема в чем? Преданные спрашивают Шрилу Прабхупаду, почему недостаток Харинама Санкиртана сейчас? Почему мы не можем найти настоящего Харинама Санкиртана в наше время? Почему? И Шрила Прабхупад говорит, что это потому, что мы хотим избавиться от Гуру Вайшнава в наших храмах, оскорбить их, всячески избегать их. И поэтому они уходят. И поэтому недостаток Харикатхи. Кто может говорить Харикатху? Обусловленная душа не может говорить Харикатху. Конечно, могут говорить, но толку. А вайшнавы, настоящих вайшнавов, как правило, выгоняют из всех обществ. Поэтому недостаток Харикатхи наблюдается. Bhagavan speaking to Buddha, when you can go on hearing my my lila katha, nam sankirtan, everything according according to that ratio, you can start your anatta, you can clean your heart, and when your heart is clean. Когда наше, сердце очистилось, то тогда мы можем начать настоящий хари баджан. Я имею в виду баджана крию. Но мы совершаем баджана крию. Мы практикуем баджана крию под руководством гуру вайшнавов. Мы можем надеяться, что войдем на путь садхана бхакти, когда это значит, что мы обрели милость сварупа-шакти, когда сварупа-шакти явится внутри нашего сердца, то тогда мы сможем начать садхана бхакти. И после садхана бхакти, если мы можем продолжать садхана бхакти совершать, в соответствии с наставлениями Гуру Бхагавадмы, мы можем продолжать совершать, но главное нама санкиртана, слушание харикатхи, совершение киртана и после садхана бхакти, тогда мы можем развить бхава бхакти. И после этого мы можем развить према бхакти. Это ну, такой долгий путь. В Раджавасе они поют на Враджа Васе, не все понимают, я смеюсь,
Вот, и вот они поют так. Так или иначе. Из Бхагаватам. Абхадра здесь значит анартхи. Абхада значит анартхи. Они практически уходят, анартхи практически уходят полностью. И в этом случае не тем Бхагаватам Севая. Если мы сможем совершать Бхагават Сева, не тем Бхагаватам Севая. Бхагават Сева значит Гранта Бхагавата и Бхакта Бхагавата. Махапрабху, он хотел показать девятисложные бхакти. И среди этого Махапрабху выделила пятисложные бхакти Садусан, Гамадхурава, Шимурти, Шратая, Саван и Намасанкиртан. Пять вот этих главных видов преданного служения Махапрабху гарантирует, если кто-то хотя бы немного то, что случится, мы обретем бхакти, даже если немножко будем делать вот этого вышеперечисленного. Абхадра. Вот мы можем слушать Бхагаватам и понять, о чем там говорится, по милости Гуру Вайшнавов, Садгуру Вайшнавов. И вот эти слова мы должны помнить, иначе можно видеть, как какие-то ачарьи объясняют. И вот они эту шлоку объясняют неправильно. Они говорят, то, что если не могут слушать Раса Лилу или Раса Татву, то это автоматический фактор. Можно, анартхи, они уйдут. И они объясняют таким образом большинство людей. Те, кто Сахаджи, и нашим Гауди Мадхи Сахаджи Гурудев говорил, что кого называют Сахаджиями, Гурудев говорил, что мы сами становимся Сахаджиями. Такая плачевная ситуация. И поэтому совершать Хари Бхаджан таким образом невозможно. И вот аналитически не объясняют последнее слово, очень важно, ачарина дираха. Они это избегают вот этой шлоки, объясняют только первую часть, а вторую игнорируют. Шрила Прабхупад иногда говорил, что демоны тоже могут цитировать Писание. В Бхагаватам можно посмотреть, как Хираньякашипу говорил Харикатху. Это не Харикатху, нельзя сказать, что Харикатха, Татвакатха. Когда его брат ушел, и тогда вся его семья, мать, жена брата и все остальные были в такой плачевной ситуации. И Хираньякашипу говорит: о Амба, о мать, жизнь не вечна. Хотя
Ему бы хорошо самому понять, что жизнь не вечна, но он дает наставление другим, что жизнь не вечна, в любой момент можно оставить это тело. То есть он говорит об этом, дает совет другим, но сам этого понять не может. И в этом главная проблема сейчас. И то, что кто-то спросит, в чем проблема на пути баджана, можно сказать, что тучи заслонили этот небеса баджана. Проблема то, что те, кто дает наставления, сами никогда этому не следуют, просто дают бестолковые советы другим. И это очень опасно. И поэтому путь баджана опасен, ну, опасно, в опасном положении, такая опасная ситуация создалась. И вот ачарон очень важен. Ачарон очень важен. Все другие вещи не столь важны. Ачарон очень важен, я имею в виду. Если мы можем утвердиться в ачароне, который утвержден Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, то тогда мы можем продолжать, иначе попытки будут неуспешные, мягко говоря. И вот здесь говорится, что анартхи, когда практически все уходят, то в этом случае можно начать на что... Можем начать практиковать. В этом случае. Хридрог, значит, болезнь сердца. Что это? Обычные люди думают, что проблемы с сердцем. Здесь тоже какие-то проблемы с сердцем, но в другом смысле. Значит, что у нас есть вожделение внутри сердца, различные посторонние желания. Это болезнь сердца. И когда Бхагаватам такие слова говорятся, когда наша сердечная болезнь такая уйдет прочь, это не значит, что мы полны анат. И Гуру Варга говорит, что на эту тему, что все, даже незначительные посторонние желания, они уйдут прочь. Вишванатха Чакраварти пишет так много вещей. И вот, Бхагаватам, вот в этой шлоке говорится, нитьям значит непрерывно. Нитьям значит непрерывно. И вот как это возможно? Нитьям. Кто-то говорит, думает ежедневно. Нитьям. Ежедневно кто-то понимает, но нитьям непрерывно. Это тоже неприменимо. И Гокарнам также хотел дать совет своему отцу Атмадеву. И то же самое. Атмадев хотел задать вопрос, как я могу избавиться от этого, от этой запутанности. Я попал в такое положение, как избавиться от него. И Гокарна Махарадж говорит, что
ты должен достаточно давно, я говорил, но мы не должны слишком концентрироваться на своем теле. Но опять же, игнорировать тоже, в этом ничего нет хорошего, потребности тела, если игнорировать. И вот несколько лекций назад Махарадж говорил вот об этом, что мы очень глупы, что сегодня, даже услышав тысячи раз услышав харикатху, все равно находимся в ловушке майи и не понимаем обычных вещей. You can leave your concentration. This is your trap. You don't understand. Deho ostimam sarudire abhimatim tayutam darasuta disha mamatam bimuncho pasya nisham jagadidam chanavangunishtam. This world, you see, every faction of the world, мир, он не вечен, постоянно меняется. Every faction of the world, everything changing. You are not watching. Не все это могут видеть, все меняется. И вот Гокарна говорит, все это связано. И вот Нарутам Киртан, в киртанах Нарутам Такура такие слова говорятся о том, как избавиться от анарт служением Гуру Вайшнавам. Можно служить чистым саду, но опять же, если служить каким-то мошенникам, которые носят одежду саду, то что мы можем обрести? Ничего удивительного, что мы можем, чем мы можем помочь вам. И если под именем саду санги совершается сатсанга, то же самое Шрила Прабхупада много раз говорил, саду санга значит, мы должны избавиться от сатсанги. И вот если мы будем объяснять, что если одна обусловленная душа будет пытаться учить другую обусловленную душу, то что случится? Ну, как пример такой, если в больнице ты больных, один ковидом болеет, другой еще чем-то, третий еще чем-то, туберкулезом каким-то и прочим, то если они будут пытаться помочь друг другу, то в итоге за вместо одной болезни будут иметь три. Каждая болезнь опасна сама по себе, а три вместе тем более. И вот эта текущая ситуация. Под именем сатсанги мы совершаем сатсангу. Мы очень боимся этого. Много раз преданные спрашивали Шрилу Прабхупаду,
то он говорит, туда не ходи, сюда не ходи, куда же ходить? Шрила Прабхупада сказал, по крайней мере, избегайте мест, где намапарат, оскорбление святого не происходит. И как же это понять? Где намапраса, а где намапаратха? Но люди здравого смысла потеряли рациональность всякую. И вот такая проблема, что анардхи, сложно избавиться от анардхи. И вот я объяснял, сахаджи неправильно объясняют, они не хотят говорить, что абсолютная истина. Какие-то люди, или, ну, в смысле, преданные или не преданные, или демоны, я не знаю. Блок вот. Ну, некоторые люди боятся абсолютной истины, боятся встретиться с ней. И это признак трусости. Почему? Или когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Северный Бенгал, в Малду и в те места, чтобы встретиться с Рупой Санатаны, царь Бенгала Хусейн Шах спросил, почему так много шума там, ну, крика какого-то, тысячи людей, что там, ну, кричат. Он у Кеша Кшатри спросил, и этот Кеша Кшатри, как-то так сказал, Кришна Чайтанья Махапрабху, сам Бхагаван пришел. А вот он не сказал, потому что мусульманин был, мог напасть на него, и поэтому сказал, ничего особенного, и там по несколько человек пришло, какой-то бестолковый саньяси там, ну, в смысле, в дом дела до этого нет, кричат, да пускай кричат. Но царь начал подозревать, что Кешав Кшатри этот очень важный человек. Ну что вы, царь, вам какое дело до этого? И, ну, когда вот этот царь начал сомневаться, опять спросил, или у Санатан спросил, Санатан, его не Санатан в то время звали, да, Биркас. Что случилось там, почему столько народу собрались, что-то там, куда кричат. Санатан сказал, это Гасай, по милости этого Гасая ты обрел это царство. По милости этого Гасая ты обрел все, и он пришел в твое царство, чтобы благословить тебя. Что действительно так, да. Я тоже подозревал, что я плачу зарплату, но мне, ко мне никто не приходит, я царь Бенгала. Но столько людей ко мне не приходят, как к этому саньяси. За ним столько людей ходят без всякой зарплаты. Наверное, он какой-то очень важный человек. И вот я говорю тем сахаджим с радакунды, чтобы ответить должным образом. Ну, лучше, конечно, бы, если он набрался смелости и пришел сюда, чтобы живую ответить ему. И вот Санатан Гасай спросил, почему ты, тебе бы не спросить свое сердце, кто он? Почему бы не спросить свое сердце, кто он? И я думаю, да, он Гасай.
Верховный Господь без всякой зарплаты, сотни тысяч людей следуют за Ним. Но мне кажется, что-то в Нем есть. И вот сейчас я спрашиваю этого Сахаджия. Я написал много книг на эту тему о Мадхва Гауде Сампрадае, о авторитетности Шрилы Прабхупады и все остальное. Даже давно, во время Баладев в виде Бхушана Вишвана Чакравати, вопрос авторитетности Гауде Сампрадае возникал. Это вопрос был разгромлен аргументами Баладева в виде Бхушана. Я тоже обещаю, что такие вопросы я буду громить с помощью авторитетных аргументов. И вот тот сахаджи, который задает вопрос, я хочу спросить, может ли он прийти ко мне, и мы пойдем в Нисингхапалли, прикоснемся к нему и дадим слово, что тот, кто говорит правду, заболеет проказой. Достаточно посмотреть на Шрилу Прабхупаду, даже ничего не надо говорить, просто почитать несколько его строк и посмотреть, что ваше сердце скажет. Скажет ли ваше сердце, что это какой-то великий саду или что-то нет, но из-за зависти можно видеть, некоторые пытаются как-то опорочить его, поскольку они не могут следовать своему делать все, как они, как сказать, следовать чему-то другому. Шрила Прабхупада не показал ничего нового. Это в этом ошибка. Люди, которые следуют чему-то новому, а Шрила Прабхупада просто принес то, что было уже вечно, уже с незапамятных времен. Он просто возродил все. То есть они не... И вот даже в суде можно придать такие доказательства. И вот в Балигае на том собрании было доказано, что брахманы и вайшнавы, что среди вайшнавов и брахманы, вайшнавы превосходят брахманов. И если кто-то... И вот, ну, опять же, среди этих сахаджи, и мало кто осмеливается прийти лично и спросить такой вопрос. Только могут из-за спины что-то делать или издалека. Как они смеют? И вот, если вы посмотрите на Шрилу Прабхупаду, Бхактисиддханту Сарасвати, не обязательно ничего, что-то слушать. Но кто может подумать, что он сахаджи? Или что говорит ваше сердце. Если ваше сердце говорит, что он настоящий саду, а вы пытаетесь это как-то... Не можете признать, то, что толку бороться с Гауди Матхом. И таким образом я могу доказать, что Шрила Прабхупада не принес ничего нового. Он просто возродил то, что было в вечном мире. Он открыл это заново. Как можно, как Муни-риши, кто-то может бороться с Муни-риши, они просто видят эти ведические мантры, они проявляются перед ними, запоминают их, записывают. Кто-то может спросить, откуда веды пришли, веды они вечные, видесущные все. Правила предписания. Они с древности. И вот сахаджи, их случай сахаджи, как случай с глупыми детьми. Несколько дней назад я говорил, один маленький мальчик, отец организовал его первая церемония. Это, ну, как он только учится писать. И вот самскару такую организовали, дали ему, и вот помогли ему написать первые буквы алфавита местного. Если
ребенок будет возмущаться, почему нужно пилить, что А это А, Б это Б, и остальные буквы, почему надо им писать именно так или иначе, есть ли какие-то доказательства всего этого. И вот этот мальчик еще не начал свое образование, даже писать не умеет. И также с Ахатиме Нарада Кунди. Баджан даже не начался, а наоборот, одна деградация происходит. Ну что, в результате их такого так называемого баджана одни проблемы возникают, а те кундаваси. Вот одному местному кунку, такому кундаваси Махарадж дал свою книгу, а Мадхва-Гауди Сампрадая, в чем их сомнения, но они не смелились никак ответить. Лично в руки передали, чтобы не потерялось в процессе, но без толку. И вот. Так или иначе, некоторые так попадают в океан страданий. И вот если ребенок будет говорить, докажите, что это А, Б, какие свидетельства, как он может начать свое образование. Также у Сахаджи, если у нас есть искреннее вопрошение, искренне интересуемся этим, а нету цели спора и борьбы, то тогда все проще. Но так или иначе, смотрите. Как этот маленький мальчик и начал бороться. В чем свидетельство? Ну, пример такой. Он будет докапываться до каждой буквы, оспаривать ее существование, то что-то и то. Я видел индийская грамматика, санскритская очень тяжела. Некоторые учат 12 лет, 15 лет. Махапрабху изучал Кула Вьякарон. И вот Джива Госвами Пад написал книгу Харинамрита Вьякарон. Там в первой строчке он пишет. И вот он описывает, что все звуки, они так или иначе исходят из Бхагавана, как повторять, где звук из воздуха поднимается выше и преобразуется в те или иные звуки. Это очень научное обоснование всего этого. И вот если кто-то думает, что мы, я не, что делать, такие проблемы. Ну, у нас много служений, нет времени уделять время каким-то глупым людям. И вот тот человек думает, вот еще один пример Махарадж приводит, когда один пандит пришел во Вриндаван, он
ну, какой-то справки брал со всех, что он победил его в споре. И вот Симлинь было с ним спорить, поэтому просто давали справки, что побеждены. Когда Рупа Гусвами пришел к Рупе Гусвами, он тот сказал, ну, давай подпишу, иди отсюда. Но это опять же не значит, что Рупа Гусвами пац, он трус. Я спрашиваю этого Сахаджи, можешь ли ты ответить, Рупа Гусвами пат избегал такой проблемы? И вот Рупа Гусвами пат, если дал ему справку, это не значит, что Рупа Гусвами пат трус, как вы. Вот вы трус, вы не можете, боитесь встретиться с абсолютной истиной. Если не боитесь, то приезжайте лично, вы хотите скрыть себя от абсолютной истины, поэтому живете на берегу Кунды. Какой Кунды, непонятно. И вот сегодня особый день. Я хочу попросить этого Сахаджи и всех прочих, чтобы они очистили мое сердце. Сегодня день Гундича Марджана. И времени подробно некогда об этом говорить, но так или иначе я привел несколько примеров. И Чайтанья Махапрабху хотел показать нам, как очистить наше сердце, как лучшим образом мы можем очистить свое сердце. Махапрабху хотел сказать, это Гундича Марджана Лила. И вот наша Гурвага также под его руководством хотела показать нам. И вот кто-то задает вопрос о авторитетности Шрилы Бхактивинода Тхакура и всей нашей парампары. Я могу показать все доказательства, но опять же, я могу показать. У меня есть документ о том, что Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, гуру был, но этот гуру исчез. Ну как, не то, что исчез, пропал, его нет. И также случай с Брахмананда Бхарати, когда он одел тигриную шкуру, Махапрабху не выразил ему никакого почтения, как гуру враге. И поэтому мы должны учиться у Гуранги Махапрабху. И тот же Брахмананда Бхарати, Махапрабху, Верховный Господь. Брахмананда Бхарати, так пока Брахмананда Бхарати ходил в тигриной шкуре, выражал ложное эго, показывал всем свои отреченные. Смотрите, какой я отреченный, хожу в тигриной шкуре. Ну что толку от такой отреченности или привязанности? И вот Махапрабху был очень опечален и поэтому игнорировал даже его положение гуру. Мукунда, где Брахмананда Бхарати? Вот он. Да ладно, какой это? Не он. Это не Брахмананда Бхарати. Что у тебя? Здравого смысла нет. Показываешь какого-то непонятно кого, говоришь, что он Брахмананда Бхарати. Брахмананда Бхарати не может носить тигриную шкуру. И Брахмананда Бхарати понял, да, действительно. Я тут хожу в тигриной шкуре, чтобы показать свою отреченность. Это нехорошо. Я не могу пересечь этот материальный океан, просто нося тигриную шкуру и просто прославляя гуру вайшнавов. Это гораздо проще. Нужно совершать санкиртан, а не носить тигриные шкуры. И вот поэтому Махапрабху так игнорировал и даже избегал позиции гуру.
Брамананда Бхарати, пока он ходил в тигриной шкуре. Как только он отказался от своей тигриной шкуры, пришел в нормальной одежде, тогда Махапрабху его сразу же узнал и начал говорить с ним, что ты Парабрама, да, ты Брамананда Бхарати. Ты Брама, Нилачал. Когда ты пришел, мы увидели там два Брама, Джаганатха и тебя такого мобильного Брама. Но тот говорит, нет, я обычная обусловленная душа. И вот только совершая киртан, мы можем достичь успеха. Шрила вот, киртаны Бхактина Такура, Шаранагати, Прамакалпатару и все остальные. Но у нас нет здравого смысла, как избавиться от анарт. Даже здравого смысла у многих нет. И теряют свою жизнь, душу и все остальное. Мы не понимаем, что мы теряем самих себя, ничего, если мы, поговорим с Гуру Вайшнавом, зададим какие-то искренние вопросы, мы ничего не потеряем, поэтому не нужно бояться и стесняться. Рупа Госвами, он явно не трус. И у нас есть много служений. Какое служение у вас? Вот, а эти кундаваси непонятно, чем занимаются там. Приходите и расскажите. Кто-то борется со священным шнуром, хотя это в писаниях уже давно, и даже Бхагаван Шри Кришна внешне, смотрите, он был вайшья, или Васудев Кришна Кшатри, можно сказать, почему Кришна и Баларама не носили священные шнуры, почему они такую самскару прошли, правила, потому что в ведах, в шастрах написано, что двиджан могут получить священный шнур. И те, кто приходят, чтобы совершать харибаджан, они парамартик браманати могут получить, а не браманизм. И вот если я задам вопрос, и если эти кундаваси сахаджи ачари, вот они борются с тем, ну, спорят, что о необходимости священного шнура. Но с одной стороны, то есть, если посмотреть на сахаджи, никого пени раздают, как конфеты. И вопрос к этим сахаджиям, что более важно, коопина или священные шнуры? Но Шрила Прабхупада, опять же, не хотел сделать всех брахманами, он просто хотел, чтобы мы развили брахманские качества, но не все это понимают. Пытайтесь понять, что сказал Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада не говорил, что вы сейчас брахманы. Нет, он говорил, что хотя бы развить брахманские качества – это важно. И поэтому Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он говорил, не позволяйте всем быть на кухне, ну готовить кому попало, поклоняться кому попало и находиться на вьесасане, кого попало, кому попало, достойные люди должны быть там. И Шрила Прабхупада говорил, что по крайней мере нужно развить какой-то брахманизм, повторяя гаятри, другие вещи совершая, наш ум, разум. Все должно вращаться вокруг Абсолюта, вокруг этой татвы. И вот Шрила Прабхупада никогда не хотел сделать всех брахманами, даже все сахаджи из
Вриндавана, они хотели оскорбить Шрилу Прабхупаду в Банка-Бихари Мандире. И Госвами Махарадж дал должный ответ. И вот в Бомбе один сахаджи, они опубликовали книгу какую-то. Его вчера какой-то преданный с Америки Махараджи пришел, сказал, что в Бомбе книгу опубликовали. Госвами Махараджи, ну как Госвами Махараджи, Бон Махараджи там оскорбили. Какой-то Падшачарья написал. Ну, в том обществе еще лук с чесноком предлагают Гуранге. Но Махарадж название общества не сказал, я не знаю. И вот, ну, такие местные эти, как их там, проповедники так называемые. И вот так или иначе, Гундича Мандир Марджана, значит, это очищение нашего сердца. Махапрабху очищает наше сердце, и царь Арисы Джаганат, царь Пратапарудра, и вот это не наше служение. Что вы хотите совершать это служение, в этом наше желание, и как хотим. И вот он дал наставление всем преданным организовать сотню этих горшков и веников, идите, подметайте и очищайте храм. И сам Махапрабху начал делать это. И так как сколько мусора Махапрабху намел, больше всех его читания Чайтамрити говорится об этом, как Махапрабху своим примером показывал, как нужно служить Джаганатху, очищать то место, где, куда придет Джаганат. Если трон нашего сердца скверен, то как Джаганат туда придет, надо его очистить от всей скверны. Когда кто-то хочет основать храм или божество установить, для начала нужно пригласить Анантадева. Если Анантадев пришел и сел, ну, появился в том месте, то в этом Анантадеве сначала Анантадев является, потом уже Кришна. И вот так или иначе, даже во сне не могу что я могу объяснить после Шрилы Бхактивинода Такура, Бхактивинода Такура. Он уже все сделал. И Шрила Прабхупад также после, а после них что я могу сделать? Кто-то может свои комментарии писать. И так или иначе, Махапрабху сначала очистил все вениками, помыл все, столько мусора собрал. Мусор значит, ну, всякие камни, листья, ну, что там бывает еще. Год там никто, индийская традиция, год там вообще никто ничего не делал, только мусор собирался.
Ну, весь год вообще никто ничего не убирался, вот за день до Ратхаятры решили убраться. Гундича, это жена Махиша, это Индрандьюмный Раджа. И вот они подмели, Махапрабху указал, чтобы преданные принесли воду с Индрадьюмна Саровара. И вот эту воду, которую принесли, вымыли весь храм. И после этого Махапрабху все же не был доволен, взял свою утарию и начал очищать место трона Джаганатха, чтобы он был более чист. И Кришнадас Кавираж Госвами пишет: как Махапрабху открывает свое сердце и показывает, смотрите, насколько чисто. И после Гундича мандир Марджаны, как все очистили, Кришнадас Кавираж Госвами пишет: в нашем сердце должно быть только Кришна, Джаганат и все Божественное. И вот Махапрабху последним штрихом, он сказал: вы все очистили, помыли это место, я тоже пытался служить Джаганатху. И Махапрабху видел, кто там недостаточно усердно подметал. Он показал, как нужно делать, и после этого Махапрабху поставил условие, что все вы должны совершать это служение лучшим способом и возможных, но если... Но еще и посмотрю, проверив, сколько мусора вы собрали. И в соответствии с количеством собранного мусора, ну, увидим, насколько вы все усердно вы трудились, а кто меньше всех мусора насобирал, те будут наказаны. А наказание заключается в том, чтобы накормить всех вайшнавов. Такое наказание очень хорошее. В общем, еще такой случай. Случился один простосердечный гаудия, пришел с горшком воды, омыл там, налил эту воду на стопы Махапрабху. Махапрабху сказал: что ты делаешь, куда я теперь пойду? О, Сварупа, Сварупа, иди сюда. Что случилось? Смотри, твой глупый гаудия
такое сделал, полил, помыл мои стопы перед Джаганатхом, что мне теперь делать? В ад попасть за такое оскорбление? Вот твой Гаудия из Сарубгасе взял этого Гаудию и выгнал из Гундича, чтобы тут не занимался чем попало. Тот прощение попросил у Махапрабху. И в то время Махапрабху хотел сказать нечто особое, что далеко не все понимают. И вот смотрите, что он сказал, что твой Гаудия в этом храме Джаганатху, он поливает мои ноги водой. И вот Сваруп Гасай для удовлетворения Бхагавана взял его, выгнал, но опять же Махапрабху и так доволен был. Но все же нужно для нашего учения, выгнали его на показ. И этот Гаудия плакал опять, сказал: «Простите меня, совершил ошибку». И это Гундича Мандир Маджин. Заканчиваем на ней. И вот сегодня особый день ухода Гадахар Пандита и Шрила Сачитананда Бхакти. Такого тоже. Это указывает, что Бхактина Такура хочет открыть эту мистерию, но времени у нас нет, мне неудобно. Так или иначе, когда Шрила Прабхупад, он смотрел на лотосные стопы Шрилы Бхактина Такура, Шрила Прабхупад говорил: когда я смотрю на лотосные стопы Шрилы Бхактина Такура, я вижу Радхарани, Сакшат Радхарани. Шрила Прабхупад сказал, он не мой отец. И вот, когда я смотрю на Шрилу Бхактивинода Такура, я вижу Радхарани там. И вот это значит, что Гададхар Пандит и Бхактивинода Такура говорит о том, что Бхактивинода Такура не отличен от Сваруп Шакти, от Гададхар Пандита. И даже много преданных задавали вопрос Шриле Прабхупаде: можем, кто наш гуру Радхарани в соответствии с Гаудия Бхаджаном под руководством Сваруп Гасая, можем ли мы думать, что наш гуру Падма Радхарани? Шрила Прабхупад говорил: да, почему нет? Если вы возвыситесь и посмотрите, да, Гурудев, нет, Шримати Радхарани является в форме гуру. Если чуть возвыситься, то поднять свою голову, то увидим такую картину. И Бхактивинода Такура, он не отличен от Гададхар Гасая. И почему в тот же день, в то же самое время он ушел? И вот Шрила Бхактивинода Такура ушел. Но все же Шрила Бхактивинода Такура здесь, ну, в форме бесчисленных книг, поэмы киртанов и всего его наследия. Мы можем молиться лотосным стопам Бхактивинода Такура, чтобы его учение пришло в наше сердце, чтобы мы приняли его с открытым сердцем. Шрила Бхактивинода Такура не отлична от Шримати Радхарани, от Гададхара Пандита. Тот, кто до самого последнего момента своей жизни хотел, он находился на берегу Сарасвати и молился лотосным стопам Бхагавана. И вот что значит эта шлока? Бхактивинода Такура, последняя его молитва. Это моя молитва в Гуранге. Очень, очень прекрасно.
И действительно, мы очень удачливы. У нас есть джава-дарма в наших руках. У нас есть читание Шикшамриту в наших руках, Махапрабху Шикша в наших руках, Бхаджитархасия и много всего остального, много прекрасных киртанов. Но все же мы, кто-то хочет сжечь джава-дарму перед публикой. И такое плачевное состояние. И вот, что же делать? Мы сейчас безмолвны. У меня нет времени бороться с кем-то, поверьте. И вот я... Махараш написал книгу Байсахаджи Кокушта Гауди, четыре тома. Сейчас еще пять надо писать. И вот Гададхар Пандит, он Шримати Радхарани. Но все же Анукула Бава. Анукула Бава значит, как Шримати Радхарани выражает такой сладостный гнев. Вопрос может возникнуть, как? Если Гададхар Пандит Шримати Радхарани, то мы можем сказать, что Махапрабху уже украл Радха Баву и цвет ее тела. И что осталось? Сияние ее тела осталось Шримати Радхарани. Это тоже сияние, оно принимает форму Гададхара Даса. Один Гададхар Пандит, этот другой в Калькутте, в Ариадахе. Он принял форму Ангаканти, Гададхара Даса. И то, что осталось, сияние ушло, Бава ушла, светило осталось, Радхарани осталось, но все же мы не должны быть глупы в соответствии с Ачинтья Бьеда Бьеда Татвы. Если оно вроде ушло, но там же и осталось, мы можем заключить, что хотя все вроде бы ушло, но оно также есть. И Гададхар Пандит. И в соответствии с Бхавой, которая выражена нашим Бхактивинода Тхакура, мы можем сказать, что он тоже Гададхар Пандит. Гору Прия. И в один из дней я могу объяснить это. Мы очень удачливы. Сила Бхактивинода Тхакура, если есть, то все есть у нас. Бхактивинода Тхакура Гауди Матс, начиная с начала до конца. Это все Бхактивинода Тхакура. Кто-то говорит, что не переносит на дух Шрилу Прабхупаду, но любит Бхактивинода Тхакура. Но это глупые заявления, поскольку Шрила Прабхупада не отличена от Бхактивинода Тхакура. И вот на сегодня конец. So, yatha yatha atma parimidyate asau mat punna gatha sabano vidhani tatha tatha paschati pasto suksham chakshasai bujata anjana samprajuktam vanchakal padrvashin ki vasindh gori faddang vahar. Somebody speaking, yesterday actually Bhaktivinoda Thakur said, you write that today is, but they write, they are already Bhaktivinoda Thakur.